к вопросу из того, что нравится, по крайней мере, внешне, вид, это вот, естественно, это вот место. Старый дворик ГУМа, куда можно прийти, посидеть. Даже какая-то музычка играет. Вот, все так аутентично выглядит. Уже какой-то гараж чем-то тут так вот красиво сделали. Народу сейчас не очень много, но вообще говоря, тут бывает очень много. Вот впереди небольшой гастрономчик, флагман. Цены там, ну, в общем-то, не сильно высокие. Не высокие, не низкие, обычные. Для центра вполне обычные. Вот здесь такой своеобразный очередной арт-объект. Такой вот владивостокский ангел. Как-то привык больше снимать питерских. Но вот такой вот есть владивостокский ангел, который исполняет желания. Вот. Ну, как-то большой толпы после него нет, тоже не наблюдается. Ну, в принципе, вот можно написать желание. Взять здесь листочек. Вот для тех, кто по-русски не понимает, тоже. Вот такой вот. Такой вот ангел в тельняшке. Ну, сам дворик, да, достаточно симпатичный, уютный. Вот отсюда можно пройти в ГУМ. Сейчас пока еще ГУМ не работает, пока еще наша эта самоизоляция длится. А гастроном, кстати говоря, работает. Можно и туда зайти. Вот, и часы работают, как ни странно. Ну, что еще? Такой вот здесь внутренние такие виды. Вот, народ фотографируется. Народу весело. Ну вот, это к вопросу о том, что в принципе при желании и при не очень больших затратах можно сделать довольно симпатичное общественное пространство, куда будут приходить люди, туристы. Вот, оставляю здесь свои кровно заработанные деньги, покупая в частности пиццу по 295 рублей. Оплачивая парковку. Ну, то есть, в общем-то, вот в самом центре Владивостока вот такая вот красота. С такими вот симпатичными рисунками, котами, собаками, чайками, дирижаблями. Ну и всем прочим. Вот. Мне это понравилось. В качестве завлекаловки такой, в качестве развлечения, в качестве хорошего, симпатичного места. Здорово же. Те, кто уехали давно из Владивостока, вот это для вас, потому что открыли его не очень давно. Некоторые, как видите, заведения еще даже не работают. Вот какое-то густо. Тоже, наверное, какая-нибудь харчевня. Ну, а вот сразу отсюда выход на Светланскую. Вот, прямо на площадь центральная. Так что все очень удобно.